В Барнаул приедут спортсмены из США, Чехии и Словакии. В октябре в краевой столице состоится международный турнир Student Hockey Challenge. Наши спортсмены из «Динамо Алтай» стали победителями международных соревнований. По правилам обязаны принимать чемпионат на родной земле. Причем пройдут состязания в Барнаульском дворце зрелищ и спорта, который сейчас закрыт на ремонт. Работы в самом разгаре. На днях под деревянным потолком обнаружили следы пожара. Выяснилось, что в 2001 году произошло короткое замыкание, из-за чего загорелись деревянные перекрытия, которые впоследствии заменили. Возгорание не было масштабным, но даже сейчас видно, что закоптило все крыло. Где-то 3-4 дня назад мы производили демонтаж этого деревянного потолка. Но это по предписанию МЧС. Мы обязаны убрать все деревянные покрытия. И что мы и делаем? Разобрали все гардеробы, все потолки. С верхней крыши тоже будем убирать деревянные перекрытия, там пропитывать балки. На сроки ремонта последствия старого пожара не повлияют, отмечают специалисты. Предстоит очистить потолок от копоти, побелить и натянуть новое перекрытие. Впереди серьезные работы по замене электропроводки, ремонту вентиляции, приведению всего здания в современный вид. На все у строителей полгода, но к международному хоккейному турниру ремонт обещают закончить.